Всем огромный привет! Меня зовут Светлана. Я вас безумно рада видеть на своем канале. Так как погода уже позволяет, я решила начало видео записать в парке. Сейчас покажу вам свой образ, образ выходного дня. У меня есть новинка. Новые очки от бренда Max Mara. Очень классные. Сделаю для вас анпакинг, вернее, я его уже сделала. Сюда вставлю. И сегодня, после того, как мы погуляем, я бы хотела с вами сделать распаковку. Ну и, конечно же, покажу вам Дукалиса. Оставайтесь со мной. Перед просмотром, как всегда, попрошу вас поставить лайк этому видео. Если вы смотрите без подписки, пожалуйста, подпишитесь на канал. Безумно хочу 8000 подписчиков. Иду к этому и работаю. Самое главное над этим. Видео выходит часто. Все, оставайтесь со мной. Также из новинок сумочка. Она будет выставлена у меня в аккаунте Богиня Шопинга на продажу. Посмотрите просто на эту фурнитуру. Такая как раз сейчас самая модная сумка. Багет с активными металлическими, видите, такими элементами. И под эти прекрасные очки хорошо подходит. Самый обычный прогулочный образ на заметку. На мне реглан от Polo Ralph Lauren. Если вы мне скажете, что реглан – это рукав, я вам сделаю вот такую вставочку. Посмотрите, когда я его заказывала, я его обменяла на сайте Шафа, мне сразу написали о реглане, хотя даже есть отдел в Шафе, если находишь, вводишь реглан, и тебе выбивают позиции. Сумка «Винтажный багет», мои новые кеды от Nike, безумно ими довольна. Внизу белые брючки самые обычные, очки Max Mara и винтажный тренч. Мне кажется, удобнее для себя я еще ничего не нашла. Когда еще, как не выходной, заниматься прогулками? Кстати, Дукалиса мы оставили дома, но к нему мы вернемся. Так, смотрите, чем мы питаемся. Бургер, картошка фри, соус. И мой бургер тоже вот здесь. Вот, всем, кто кушает, приятного аппетита. Покажу вам немножко центр нашего города, и дальше будет Дукалис. Он спит возле нашей кровати. Его разбудить очень сложно. Если он к 12 просыпается, это хорошо. И спит он всю ночь. Вот такое выражение лица. Еще не очень доволен и скоро снова уснет. Это Дукалис играет с собачкой соседней нашей. Я думаю, боже, какая милость. В этот же день мы пришли и взяли его прогуляться. Но это Дукалис перед тем, как идти в дом мыться. Я снова врываюсь к вам в кадр, потому что у меня есть для вас интересная информация. Надеюсь, она будет для вас полезной, интересной и познавательной. Я сделала заказ на сайте Lux Optica. В Украине это сайт, где можно приобрести оправы, также и солнцезащитные очки, чем я и занялась. Я никогда не заказывала и не покупала очки в Lux Optica. Я всегда пользовалась другими офлайн-площадками. На онлайн-площадке я увидела на сайте очень много интересных моделей и решила их заказать. Я позвонила по номеру телефона и попросила мне выслать на магазин, который у нас есть в городе магазины, но сайт показал, этих моделей нет, поэтому Света занялась поисками. Объясняю я плохо, но в общем, я заказала несколько моделей, которые пришли мне на новую почту. Доставка бесплатная, поэтому пользуйтесь. Вам бесплатно доставляют на новую почту от двух или до двух, не буду вам точно говорить. Я заказала две пары очков, вам приходят, вы примеряете на почте и оплачиваете или нет. Вы за доставку ничего не платите. Если вам какая-то пара понравилась, то вы оплачиваете ровно ту стоимость, которая указана на сайте. Это важно. Смотрите, как все приходит. Вот такая коробочка, здесь надписи, здесь моя фамилия. Я уже и забыла, что моя фамилия другая, фамилия моего мужа, теперь моя. Я уже привыкла, кстати, за год совместной жизни я попривыкла уже. Так, смотрите. А, вот так эта коробка открывается. Здесь написано модель, размер,
И чуть-чуть с обратной стороны что-то есть. Подождите, оно засвечивает. Ну, с какой-то тоненькой ручкой написано. Так, я открываю коробочку. Что же я вижу? Я вижу бумажку, в которой вот та, именно та оплата. Здесь мои данные, сколько, почем, я вам здесь напишу и переведу в доллары, потому что, ну, не светить свои данные, сами понимаете. Честно, я в шоке, эти очки мне приехали из Черникова. Так, я выбрала себе пару, мне оформили накладную, там было две накладные на каждую из пар. В таком мешочке у нас был чехольчик. Я заказала себе очки... И чек, кстати, который я оплатила. Я заказала себе очки от бренда Max Mara, а другие очки от Balenciaga. Я вам поставлю здесь фотографию. Те, что от Balenciaga, они дороже. От Balenciaga, так можно говорить? Напишите. Я, ну, не претендую на истину. Они зеленого цвета, такого очень трендового, очень модного, но они имеют свой минус. Они из... пластика, и я как-то засомневалась, хочу ли я их. Эти же Max Mara, они были дешевле. Идет такой кожаный чехол, натуральная кожа, чехол на длинном магните одном, и внутри такая, знаете, как бархатная подкладка. Что мы здесь имеем? Здесь есть такой документик, бумажечка, паспорт, я не знаю, как правильно, и рассказывается, как... какой европейский стандарт, какая категория фильтра и свет, пропускание света хочу перевести, но мне все о свете, да, о свете, понимаете? В общем, тут все написано. Дальше, что дальше? Дальше вот такая тряпочка, вот такая салфеточка, которая протирается... Блин, чего же такой пересвет? Здесь тоже указано Max Mara. И сами очки. Я долго думала между зелеными и этими от Max Mara. Конечно же, здесь будут ближе фотографии, вы сможете рассмотреть, но выглядят они роскошно. Я сразу говорю, сам, видно, что очки дорогие. Я последний раз покупала дорогую себе оптику, это мои от Ray-Ban, они с позолотой, с такими синими линзами, в принципе, я очень ими довольна, но сейчас я почему-то уже 2 года их очень редко стала носить. И в прошлом году, не даже в позапрошлом, я купила очень классные себе очки в обычной оптике, они черного цвета, абсолютно черного, такие, знаете, закос под селин из Хмельницкого. Как-то так, если сказать. Ну, хорошая у них поливеризация, если я правильно сказала. Поставьте мне лайк, если нет, ну, напишите, это неправильно сказала. Я ими очень была довольна. Кстати, здесь пластик и стекло. Не буду бить, не буду трогать. Этих уже нет на сайте, но есть похожие, вы сможете прицениться. Вообще, цены вам, конечно же, если не сказала, что напишу, то точно напишу. А еще я почему заказала вообще дорогие? Потому что у меня есть такие дешевенькие. Я, помните, делала заказ на сайте Answer.ua. Посмотрите, пожалуйста, там я купила 2 пары очков. Кому интересна эта тема, обязательно заглядывайте, ну и продолжайте смотреть это видео. Не знаю, видно или нет, но за окном 7 апреля. У нас здесь такая начинающаяся стройка. Видите, идет снег. Так, снова всем привет. Я врываюсь, как всегда, в видео. А все почему? Потому что хочу сделать вместе с вами крутую распаковку. Всю грязную работу я уже сделала, распаковала это все, чтобы не шуметь в кадре. Посмотрите, какая у меня огромная посылка. И прислала мне ее Лерочка. Я такие видео люблю и хочу поделиться с вами. Здесь будет много всего интересного и, самое главное, полезная информация. Я распаковала здесь красивая шелковая лента. И дальше, что мы видим, это открыточка. Кстати, открытка очень красивая, посмотрите. Лера мне в прошлый раз прислала Ван Гога. Знаете, когда был в прошлый раз? Я в 2019 году снимала видео, показывала свои винтажные находки. Там их огромное множество, и я прям посвятила все видео рассказам о Лере. Лера открыла свой сайт.
на котором есть все самые крутые брендовые новинки. Очень крутая там, конечно же, бижутерия, пояс можно выбрать себе классный, винтажный, сумки. Обратите внимание, пожалуйста, на сумки здесь или здесь для вас. Я буду показывать все свои поиски. Также обращаю ваше внимание на винтаж, который сейчас очень ценится. И, кстати, если вы такие же любители всего такого же, как и я, моей стилистики, переходите. Там много всего интересного. Но давайте перейдем к распаковке. Я даже не знаю, как это вам правильно показывать. Давайте так, чтобы не менять кадр. Открытку мы увидели. Шелковую ленточку мы оценили, понимаете? Спасибо, Лерочка, огромное. Следующее, смотрите, у нас бумажки ожидают нас. Тоже нас ожидает. Вау! Вы только посмотрите. Это прекрасная сумочка с таким красивым декоративным элементом. Она из ткани, это металл, очень красиво утончено, даже под мой сегодняшний образ будет здорово. Видите, можно найти у Леры вот такие прекрасные вещи, поэтому так, быстро все к Валерии. Я оставлю ссылочку в инфобоксе, здесь все пропишу, чтобы вы сразу заглянули и посмотрели. Также я уже это упоминала, я буду смотреть, что там дальше и рассказывать вам. Я уже упоминала, что у Леры есть еще инстаграм-аккаунт. Именно из этого инстаграм-аккаунта я черпаю всю свою стилистику, которая мне безумно нравится. Лера там рассказывает о истории моды, а у меня с этим, знаете, проблемки. То есть я все узнаю, я не боюсь учиться, не стесняюсь этого, люблю. Посмотрите, какой красивый цвет. Это на фоне всей посылки. Этот цвет настолько выделяется, этот красивый розовый. Ну все, я уже знаю, в чем я буду отмечать Пасху. Ну как вам? Скоро эти светлые пасхальные праздники. Все будем готовиться и встречать этот светлый праздник. Посмотрите, какая красивая фурнитура. Я здесь для вас буду вставлять примерку. Он фантастический, такой приятный, хлопковый. Мне кажется, к моему цвету волос он идеально подойдет. Следующее, что же здесь? Видите, уже такое цветастое. Ну, честно, все как я люблю. Это такая рубашка шелковая. Боже, какой приятный шелк. Честно, такой приятный. Не могу вам передать, да, на лето просто будет must have. Это такая блуза. Вы обратите внимание, фурнитура в тон, а цвета, девочки, какие цвета. Ну, не могу передать. Ну, какой классный шелк это. То есть сложно, знаете, передать вам словами. Я не знаю, что это за бренд. Если... А, это еще, да, кстати, вот... Розовый, это H&M, первая сумка это 100% винтаж, но я не знаю ни названия, ничего. Будем говорить винтаж, правда? Так, посмотрите, это блузочка и шелка. Есть бренд, но я вам его не прочту. Ну, что ж вы сделаете? Так, следующее. Этот у нас уже такой кирпичный терракотовый, она, кстати, хорошо работает с моим. Так, это Мунсун. Вот это я уже знаю. Это я уже разбираю, знаете. Очень приятный топ. Посмотрим. Это тоже шелк, девочки. Это 100% шелк. Посмотрите. Ну, скажите, вот все цвета хорошо подобраны. Я не могу, Лер, если ты посмотришь, ну, спасибо. Ну, прям, ну, все хорошо, знаешь. Ну прям супер. Девочки, та за новинкой. Пожалуйста, обновляйте свой гардероб правильно. И последнее. Это Кавита Коллекшн. Винтаж, правда, я правильно говорю. Это такой жакет удлиненный. Очень классный. Он напоминает, если честно, рептилию. Вот вы сможете это увидеть сами. Посмотрите, пожалуйста. Видите, как переливается? Он таким глянцем отдает. Можно сделать рукава, видите, короче. Я очень люблю, когда вещь держит форму. И вот и так хорошо, и так хорошо. Я очень благодарна.
И заглядывайте, конечно же, девочки. И параллельно я уже готовить буду видео, буду показывать вам, что бы я заказала для себя. И, возможно, наши вкусы с вами совпадут.